вчера приходили из центра обеспечения пенсионной реформы. Знаете такое? То есть никакого нодуса вы не знаете? То есть вы никого не уполномачивали проверять документы, например, они центр содействия пенсионной реформы такой. Замечательно. То есть это были мошенники. Но вообще, но это не государственный пенсионный фонд, они ходят и типа проверяют документы, которые.